Приветствуем всех зрителей канала Паяльник ТВ. Сегодня мы поговорим про очередное пригодное устройство для бытовых нужд. Устройство из себя представляет индикатор сгоревшего или перегоревшего предохранителя. Может использоваться, работать в совместимости с любой конструкцией, будь это самодельный лабораторный источник питания, будь это простой удлинитель с функцией индикации перегоревшего предохранителя и так далее. Но область применения достаточно широка. Вы, думаю, найдете именно место, куда можно внедрить эту конструкцию. Схема до безобразия проста и работает следующим образом. Сетевое напряжение 220 вольт от бытовой сети поступает через, разумеется, предохранитель, поступает на нагрузку. Нагрузка может быть любая, в том числе и активная. Если все нормально, все сетевое напряжение поступает непосредственно на выход, то есть к нагрузке. При перегорании предохранителя сетевое напряжение у нас через ограничительный резистор поступает светодиод. А также вторая, можно сказать, полуволна берется через эту линию и по нагрузке поступает на катод светодиода. Собственно, светодиод вследствие этого загорается. Чтобы светодиод не выбило отрицательной полуволной, обратной полуволной, у нас установлен параллельно светодиоду диод обычный. Можно использовать маломощный кремниевый типа 4148, он будет пропускать отрицательную полуволну. Такое подключение именно нужно использовать в том случае, когда светодиод непосредственно подключается к источнику переменного тока, ну, например, непосредственно в сеть 220 вольт. Резистор с сопротивлением в 33 кОм, в принципе, можно использовать от 22 кОм до 68 кОм, в зависимости от светодиода. Он будет ограничивать ток в цепи. Ну, для запитки обычных 3 или 5 мм светодиодов достаточно иметь в цепи ток около 10 мА. Исходя из этого делается расчет резистора. На сайте Паяльник имеется достаточно хороший калькулятор для подбора резисторов к светодиоду в зависимости от питающего напряжения. Схема выглядит таким образом, точнее, это не похоже на схему, просто навесной монтаж. В качестве нагрузки у нас подключена лампа накаливания в 60 Вт. Предохранитель, когда установлен в слот, при подключении устройства в сеть 220 вольт у нас ярко горит лампочка. Питание через предохранитель поступает на непосредственно саму лампочку. Сейчас давайте извлечем предохранитель и посмотрим, как будет вести себя схема. Вот наша лампа. 5 мм красный светодиод. Обратите внимание, лампа загорелась. Лампа горит чуть тускло, то есть светодиод горит чуть тускло, поскольку у меня не рассчитан ограничительный резистор. Этот резистор я советую взять именно 1-ваттный, либо 2-ваттный, поскольку даже при таких токах он будет довольно неплохо нагреваться, если будет работать в течение долгого времени в таком вот режиме, то есть со сгоревшим предохранителем. Схему можете скачать, сделать скрин. Я думаю, нет необходимости дополнительно заливать, все и так прекрасно видно. До новых встреч, не забываем подписаться на канал Паяльник ТВ, оставлять свои отзывы про дальнейшие видеоролики. А на этом все, пока.